Привет всем из Алании, 20 августа, четверг, и вот у нас сегодня наконец-то море, почти, можно сказать, нормальное, вы видите, купающихся людей много, пляж отеля Хризантем, волны маленькие, то есть очень классно, наконец-то, почти штиль, можно сказать, много людей на пляже сейчас в данный момент. Вчера здесь было, в принципе, пусто практически вообще. Вот я показывал. И по берегу дальше местные. Тоже людей довольно много. Вчера тоже берег был весь пустой, потому что были волны, купаться было практически нереально. Сегодня везде много людей. Дождались. Ну, не практически не полного штиля, но по сравнению с тем, что было, это очень радует. Спокойное море, наконец-то можно спокойно купаться, и волны не мешают. Хотя вот ветер такой вот свеженький сейчас дует, он посильнее, чем вчера. Вчера ветра не было, а волны сильные были. Такой вот парадокс. Температура воздуха сегодня по градуснику в среднем где-то 35. По ощущениям они до 40. И вода сегодня в море в среднем 30,5. Вот такая сегодня погода. Думаю, что все сегодня, кто сидел пару дней, может быть, вообще не выходя с отеля, думаю, что все сегодня радостные выбежали, наверное, купаться. И очень много людей на лежаках от отеля Хризантем. Такие вот классные, честно, после этих всех волн даже не верится, что может быть такое спокойствие в море. Класс. Сегодня вот купаться буду. Купаться и получать удовольствие от купания именно. А не мучаться в волнах, переживать, как зайти, как выйти. Вчера, кстати, купался, зашел здесь. Ну, волны были как бы поменьше, чем там везде дальше. Зашел, потом волны большие были. Думаю, ну как-то оно в ту сторону сносило, к пляжу отеля Месут. Начал там выплывать, а там на дне камни. Блин, вот эта вот картина, меня кидают большущие волны. Тут камни, я уже как бы ногами стою на камнях, до берега еще далеко. Я не могу не идти, потому что волны собьют, я просто свалюсь на эти камни. Короче, это трэш был, как я выходил. Выезжал, вернее, из моря этого. Но сегодня можно купаться спокойно и не думать ни о каких опасностях. Что мы сейчас, собственно, и будем делать. Раз напоминаю, показывал цену вот именно вот этого вот парасайлинга, который вот по прямой напротив, между отелем Месут, возле отеля Абакоя 11. Отдельное видео есть с ценами, сколько стоит парашют, таблетка, банан, скутер. Все-все-все нам рассказали с ценами именно. То есть можете посмотреть, кому интересно. И вот тут в этом районе вы будете и на парашюте летать над водой, и кататься на таблетках, или на банане, или на чем захотите. Посмотрите обязательно видео уже на канале с ценами. Надо идти купаться, а то мало ли, а вдруг вечеру волны опять начнутся. А то досижу и опять потом ближе к заходу солнца опять волны начнутся. Это будет смешно, конечно. Но я надеюсь, что не будет. Не похоже, по крайней мере, на то, что сейчас тишь такая, благодать. Не похоже, что может начаться что-то. И сейчас будем смотреть последние пару минут заката, как солнце будет прятаться. К сожалению, глючит мой фотоаппарат. Приближать я не могу, все трясется. Как-то вот постараюсь вам показать эту красоту. Видите, оно уже почти спряталось. Вот такая вот красивая картина, и так быстро оно заходит. Все, спряталась.
море, как вам сказать, волны и есть, и нет. То есть пока я шел, волн, можно сказать, вообще практически не было. И как я пошутил, сейчас пока я пойду купаться, волны начнутся. И в принципе почти так и получилось. Но все равно они не такие сильные, как вчера. Сегодня можно купаться. Здесь с лестницы люди купаются. Это пирс отеля Бакой А11. С этой стороны пляжа кафешек, много людей купаются. Вы помните, если видели вчерашнее видео, какие здесь волны отбыли вчера в этом месте, где сейчас люди стоят. Сейчас вы видите, что их в принципе нету практически. Блин, 10 дней осталось до конца лета, это невероятно, но это факт. Единственное, что радует, что в Алании до конца лета практического, как бы, реального, как минимум еще 2, наверное, с половиной месяца. Люди живут в отеле Абакой и из других регионов Турции, хотя, может, это и не с Абакой, а просто пришли фотосессию сделать на пирсе. Это вообще буйки стоят возле берега, не понимая смысла. Как можно тут только вот в воду зашел, уже буйки сразу, блин. Вот, вот на уровне, вот где стоит вот эта лодка, если вам видно. Вот она, там вот. Вот там вот, как, ну, не как минимум, а среднее мое расстояние, где я обычно нахожусь. На фоне той лодки, на том уровне где-то. Смотрите, какая прозрачная водичка. На камушки можно смотреть. Хорошего всем отдыха, кто сейчас находится в Алании. Напоминаю, 20 августа сегодня. Все, уже был закат. И реально, как я пошутил, оно почти так и было. Когда я пришел купаться, волны начались. Ну, не такие сильные, как вчера, но тем не менее. Чуть-чуть вот к вечеру они начинаются. И сегодня средняя эта температура 30-30,5, но много очень сегодня холодных течений. Ну, холодных с меня смеются, когда я называю холодными 27-28 градусов, вода. Просто очень много реально сегодня этих холодных течений, по которым ощущаешь, что вода не 30. Особенно на глубине они, плавая, как всегда, далеко. Вот возле берега вода, да, 30 как минимум. А вот вдалеке много очень сегодня было таких прохладных мест. Людей еще довольно много тут купается. Это пляж, ну просто тут дикое место, а тут кафешки, лежаки. Вот они, волночки небольшие, как вы видите. Интересно, White Gold уже вот работает довольно, ну не довольно давно, с 15 августа работает White Gold, и пирс они не собирают. Я не знаю, что они решили с динамить в этом году. Ну то есть как бы люди уже отдыхают, в отель приезжают, да, еще можно сказать 2,5 месяца сезона. А
блин, на пирс не собирают. А вот White Gold, именно вот купаюсь с этого пирса, реально море просто уникальное. Такое классное, как будто в открытом море. Почему они его не хотят собрать, не знаю. В принципе, то ничего сложного в этом нет, как бы, чтобы собрать, потом разобрать, когда нужно. Ну, может быть, отдыхающие, когда начнут требовать и возмущаться, может быть, тогда они это сделают. Но пока пирс стоит разобранный, как и стоял. Сейчас посмотрим, что на пляже White Gold. Дойду туда, если еще темнеть не начнет. Посмотрим, что на нем. Ну, там уже не отдыхающие, отдыхающие уже, конечно же, на ужине. И вот у нас пляж отеля White Gold. Ну, есть еще люди на лежаках, их мало, но есть. А так, в принципе, конечно, тут уже вряд ли купаются туристы, тут уже только местные остались в это время. Хотя, может, пару человек и есть туристов. Вот пирс. К сожалению, его почему-то не собирают. Я не знаю, почему. Все начинается. Сумерки сейчас как-то быстро стало. Грузовик так может уехать в море. Однако. Быстро сейчас как-то проходит время после захода солнца. И до потемнения очень мало времени. Раньше как-то этот процесс был дольше. Не знаю, с чем связано. Может, с тем, что лето заканчивается. Вот такие вот небольшие волночки даже здесь сейчас есть. Кто интересуется отелями Сан-Франциско, Саритаж, Гранд Кэптон, что там у нас еще, я постараюсь пройтись на днях туда, в ту сторону именно, и мы посмотрим, какие из этих отелей работают, какие не работают, потому что очень часто меня спрашивают про эти отели. Единственное, что вот я вчера писал одному зрителю, что отель Гранд Кэптон впервые вечером вчера я видел, засветились буквы. То есть до этого не было такого. Возможно, это уже говорит о том, буквы с названием на отеле. Возможно, это говорит о том, что отель будет открываться. А может, просто это как бы просто так. Посмотрим. Постараемся пройтись и посмотреть. Здесь вот следующие пляжи. Эмир Бич, Романтик. Они вроде бы не работают, но тут есть люди на пляжах. Местные приходят сюда, приезжают, приходят, много машин всегда стоит по трассе здесь. И здесь вот еще люди до сих пор купаются. Сейчас уже скоро будет реально темно. Так быстро все. Такая вот прогулочка сегодня маленькая получилась. И на Хризантем мы побывали, на Абакое 11, и на White Gold пришли. И погоду вам рассказал. Всем хорошего отдыха, кто сейчас в Алании находится. И пока на этом.